колледже искусств провели открытие 20-го регионального конкурса «Юные дарования». Почти 40 конкурсантов, учащихся народных отделений детских школ искусств Колымы, представили свои номера в ансамблевом исполнении. Разделены юные музыканты на 3 группы – младшая, средняя, старшая. Возраст от 7 лет и до выпуска из школы, а учатся в школе 8 лет. Конкурсанты исполнили русские народные песни на баяне, аккордеоне и других музыкальных инструментах. Участники рассказали, почему им нравится заниматься в школах искусств. Я буду играть на аккордеоне. Мне нравится на нем играть, он очень звонкий. Я играю на баяне. А нравится ли тебе этот музыкальный инструмент? Нравится. Сколько лет занимаешься? Я занимаюсь 4 года. Я хотела, в принципе, играть на гитаре. Но как на гитару берут только с 10 лет, то пока я играю на баяне. А нравится ли тебе этот музыкальный? И сложно ли дается? Для новичка это, конечно же, будет сложно. Но потом, когда ты привыкнешь, это станет полегче.